Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1425. Первое послание к Коринфянам, 12:28. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. За 7 ноября 2019 года. Ну и обращение о помощи. Вот кому надо помочь. Тормозите курсор, чтобы можно было прочитать. Вот видите, считают, что модератором Диану приняли ВКонтакте. Я уже сколько раз объяснял. Да, у нас есть и Твиттер, там Фейсбук, и ВКонтакте, Одноклассники, живой журнал. Но я не бываю нигде. Вообще я сам зайти туда не могу. Модераторы, администрация там сделали, материалы забрасывали. Кто-то больше работал, постепенно засыхает. Там нас блокировали неоднократно. Священники знают этот способ, подговаривали своих прихожан по несколько человек, потом они сами сознавались. Воровали, там представляли, ну такая пакость, туда я не касаюсь. Если уж так туда надо зайти, так выходите как-то нашу администрацию. Я занимаюсь только моим миром, мой мир. Вот я покажу сейчас, чем я занимаюсь, мой мир. Ну, вот сейчас, вот мой мир, но это еще не моя так, страница. Сейчас я открою свою страницу. Вот она как выглядит. Тут вполне достаточно для человека. Тут так много всего. Ну, где еще так своих, чтобы было фотографий? 22 400
87, или 437. 22 тысячи наших фотографий. Ну, не займусь никак еще после лета. Фотографии выставлю еще около 1000. За лето у нас накопились. Но фотоаппарат-то не работал. Другие помогали, нас приезжали. Хорошие фотографии. Их берут на разные журналы, когда выпускают фотографии эти. Вот сюда заходи. А тут даже и видео есть. 9557 наших. 9000. Видите, тут и друзья познакомиться можно. Я тут приму. 4000. Тут работы много. И музыка 164, кажется. Вот так. Друзья, 4159. Вот тут можно заняться. Это мы даем. Дальше наш большой форум. Вот он называется как православный форум Игнатия Лапкина. Пожалуйста. Заходите. 1600 тем. Здесь каждый регистрируется сам. Легко так. В моем мире, там я должен дать согласие. Ну, пожалуйста, сюда заходите. Там и делать-то нечего ВКонтакте. Я не люблю эту систему. Потому что насколько лучше то, что мой мир, Mail.ru. Ну и третье, само собой, это уже получается четвертое. Православный видеоканал. Открытым оком. 42 900 подписчиков. Ну, вот будет 43. 42 947 53 просмотра. И у нас тут 17 тысяч, повторяю, 17 300 видеороликов. Этого мало. Я здесь работаю каждый день. А там я не могу, и времени нету. Да и я пробовал переписываться с 1-2 человека. Не нравится мне, просто не нравится. В Фейсбуке там побыл, ну, один день. Попытался еще потом зайти и вижу, не мое. Вот как узнай из трех, кто, во, что, он думает, хорошо придумал. Не зайти ничего. Крайне ограниченная возможность. Вот, пожалуйста, просмотров. 42 миллиона. У меня нигде такого не может быть. Притом по плейлистам раскладываешь и в скайпе. Тут я не знаю у меня сколько, но друзей, наверное, вот если посмотреть, очень удобно. Вот оно, в скайпе подряд идут. Изучение Библии. Группа обосновывается. Молимся утрами, вечером. Занятия идут. Скайп вообще чудесно. И поэтому никуда больше не лезу. Нету. Не потому, что человека не желаю. Они бывают. Там инстаграмы разные. Это вообще. Одна фотография, что-то сказали. Что это даст? Вот здесь, да. Вот я просто покажу сейчас. Вернусь назад. Вот здесь. Выставил я за день. На сегодняшний день. Вот. 0.57. 16 минут. Сейчас 20. Вчера беседовал с одним мусульманином. Вот считаю сейчас 20 и 16. Полтора часа. События дня. Ну, тут небольшие 19 минут. Дальше следующие 28. Полтора-два часа. Это за один раз выставил. И здесь еще идет 2-3 уже, 3,5 часа. Вообще занятие 3,5, 4, 3,5, 4,5. Вот так. Утром молитвы. Ну, тут вообще 3 часа. Да тут никак не прослушаешь. Это за один раз отлучение церкви. Сколько у меня роликов тут? 15, 16, 17, 18 роликов только за один день. Показал вчера бурение. Ну и еще уже тут вообще мировое. Это во свете Библии православный библейский сайт. Считаю, что равных ему нету. Сейчас выставляю тут 4124 ответа. Это нету, которые выступают священники. Он говорит тут и дальше никуда не идет. У меня в книгах это. Сейчас озвучивают. Идет в Word запись. Ну, куда еще идти-то? Если 50 книг аудио только наши, примерно. Звук и видео. Вообще составлено мировое. Не сделать так. И отсюда выход на Новый Завет. Фотографии разные. Все здесь есть. Гюстава Доре, иллюстрации к трехтомнику. Вот здесь я занимаюсь. Повторяю, где?
мой мир. Вот я в шапке здесь. А где я с голубем? А там контрольный просто. Раз. Дальше. Форум. Два. Канал. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Везде все называется «Открытым оком во свете Библии». Ну, сайт. Форум также называется. И вот это сайт во свете Библии. «Вымысли человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Псалом 118, 113. «Слово твое, светильник ноге моей, свет стезе моей». 118, 105. Иконы. Все у нас здесь есть. 55 папок, вопросы-ответы. На разные-разные какие вопросы. Ну, разбиты по группам, 55. Так что милости просим. Ну, на этом и все сегодня. Вчера... Подожди, это за вчерашний день отчет. Тут куда-то на соседнюю, там улицу дальше тянут подземные, как сказать, ну, такая, как труба под землей, не копая экскаватором, хотя экскаватор тут есть, копая только для входа. Остальное под землей гонит трубу для газа. Я заснял 6 роликов. Вот день прошел, я сказал, они их тут тоже был. Они мне еще подарили какой-то бушлат. Еще они так вздумали, новый бушлат. И мех теплый. Ну, и я его сразу же отправил в деревню. Тут были, я говорю, вас там четверо братьев. Сами решите, кому нужнее. Мне-то зачем это все? Ну, вот вы носите такое. Ну, какое ношу, такое ношу. Ну, что за это лезть-то? Я же никого не служу. Нет, начинаю, вот не так я сказал. Неправильно это, вот а там о свадьбе где-то или высказываются. Дайте им жить свободно, ну, то есть, под, как говорят, подначивают. Притом, зная, человек хороший, добрый, но испытывает. Сам или веру потерял, или дурит человека. Я не могу даже ответить, потому что он очень добрый. В помощниках был. И вот такое дело. Ну, на этом все. С Богом.